Це село Кам'янка, Харківська область, Ізюмський район. Це зробили росіяни своїм присутствием тут. У нас було мальовниче село, 1200 чоловік. Зараз тут не осталось нічого. А це що вони, дивіться, що вони зробили з хатою? Ну разве це люди? Кроватю прострелили, дивіться, зеркало прострелили. Дивіться, це почали прострелили, я не знаю, що вони. Душову кабінку прострелили. Що це за люди, скажіть мені, пожалуйста. Цілий поламали велосипед дитячий. Зачем, я не пойму. Ігрушки дитячі, всі вони їх собі вивозили, покрали, я не знаю, де, нема нічого. Зараз я вам покажу, де вони жили. Це вони тут жили, це їхні землянки тут. Це вони їли тут, там купалися. Оце моє грибне хазяйство. Тут я вирощував 10 тонн гриба в місяць. Весь Харків отсюди брав гриби. Оце що від нього сталося. Вісімнадцять років. Оце ще осталися вон, ящики з грибами. Тут у мене мусора навіть ніде не було, спів мусорки стояв. Тут порядок був ідеальний. Ідеальний. Це тут були сторожа. Ось вони все обірвали, все розкидали. Все побили. Спеціально машини всі танками попереїжджали легкові, щоб спеціально все унічтожили, щоб нічого не було. Оце жив мій кум. Все. Корову з їх побили, 6 коров вбило в сараї, свиней. І він ранений, його ранитого вивезли. Україна вивезла ранитого, він зараз служить. Ви ж представляєте, скільки в кожному дворі не було, в мене було дві собаки, в людей в кожному дворі собака. Росія перестріляла, щоб не гавкали, щоб жити. Я просто, я не можу це, навіть не можу вам передати, що я чувствую. Я хоть людина, ну как, современный человек, ну,
Я часто то в интернете читаю, то, ну как, политическое состояние, то историю, ну как, изучаю. Я вообще не пойму даже, почему это началось. Ну вот, вот какие основания, ну вот, были в России, чтобы напасть на Украину. Ну вот, вот если так даже брать. С политической точки зрения Украина как таковой агрессии, угрозы не представляла России. Ну, если так, ну это сказать честно. Ну это можно сказать как геноцид, но это... Ну, это просто даже братоубийство, ну это действительно, ну... Коли були перше время, ми жили в підвалі. Ми десь з середини березня до середини травня, 2 місяці, ми жили в підвалі. Ми виходили, ну як, ну, в проміжках між цими обстрілами. Ми вже приблизно знали, це пройшов обстріл. Тоді якийсь час, там півгодини, годину буде перерва. І ото ми старалися щось зробити, погодувати господарство, там щось зварити, їсти швиденько на плиті. Хлопці вон таку плиту зробили саморобну. І ото ми там варили, їсти і варимо. І досі от така плита. Вони казали, ми прийшли вас освободити від нацистів. Так. Да. А ми, ну от, ну, я бувало, що я з ними там общалася, ми з ними все. А в нас нема нацистів. І ніколи в нас їх тут не було. Де ви їх побачили? От у вас запрещали русський язик і в школі, і те, і на що ми їм розказували. Та в нас і в минулому році в нашій школі були уроки російської мови. У нас вчителька російської мови 25 років була директором школи. Вона сама по національності росіянка. І в нас ніколи не було, в нашому селі ніколи в нас жили люди різних національностей, але в нас ніколи не було ніякої ворожнечі між людьми. А вони кажуть, а нам казали зовсім не те. Так, да. Їм от як вставляли, об'ясняли глупості їм. Да. Ми прийшли вас від нацистів освободити. Ну де вони, ті нацисти? Ну, ніколи ми не знали, виживемо ми чи не виживемо. Це було дуже страшно. Дуже страшно. Горіло село, горіли будинки майже щодня. Горів отам ліс. Ну, якось ми вижили. Завдяки, ми дуже молилися. Ми молилися. И у нас есть и при храме, конечно, у нас храм, как бы сказать, молодой, скажем так. Он назывался «Веры, надежды, любви матери Софии». И вот когда оно школу взорвало, получилось, оно же волною выбило окна, двери. В общем, в храме было вот так вот на самом деле. Все так вот лежало перевернуто. А муж говорит, давай, говорит, быстренько что-нибудь делать. Потому что сейчас с утра побежал, принес как бы Евангелие, первую икону. Вот наша иконочка Богородицы. Название ее «Чаша терпения». Представляете, какое надо адское терпение вот это все пронести. Царица Небесная, она действительно в этот момент, она, как говорит, на ней Дух Святой почивает. Поэтому это наша защитница, это наша заступница. Мы надеемся, что у нас будет храм. Храм восстановят. Она будет в центре, в киоте стоять. И люди все-таки придут к ней с верой, отблагодарят. И, в общем, когда икону мы уже сюда принесли домой, скажем так, уже с того дня, вот беды нас стали обходить. Вот просто вот нас пытались там расстрелять, изнасиловать. Ну, это было, это было давление. Это как бы наше, мы это понимаем, оно в сердце останется. Но вот по милости Божьей, Матерь Божья сохраняла. Вот все время сохраняла. Летели снаряды. Трудно, морально было все, но вот защита чувства. Вот как вот заходишь во двор, огород, вот чувствуется, что вот ты как под колбой находишься все время. Пух! Как вы видите, это остатки нашего дома. Если
брать приблизительно по датам, сильных разрушений он зазнал 14 березня. Подвал. Ванная. Кухня. А, микросы еще не опало. А, цело. А это был мой письменный стол. Да. Все плющом заросло. Пали. Да. Как вы можете увидеть, это остатки от нашей церкви. Ее разрушили приблизительно 24-25 марта точным прямым попаданием. Я как был помощник батюшки, пономарь, вот можно так сказать. Мы с братом именно тут помогали батюшке. Можно сказать, до последнего момента. Мой брат был, ну, он более лучше умел на колоколах играть. Он был, как можно сказать, звонарь. Ну, как, ну, звонить, играть, ну. А я больше был, как при алтаре, ну. Певчий. Здесь был алтарь. С правой стороны была панамарка. Тут лежали... церковная утварь. Тут там у нас была печечка маленькая электрическая. С левой стороны были тоже как панамарка, она называется, но там были вещи батюшки. То есть его церковная утварь, его вещи, молитвенники, также его облачения. У меня есть одна большая мечта, которая касается нашего села. Я бы хотел очень сильно, чтобы наша церковь, ее восстановили, чтобы она была красивая, даже, может, лучше, чем было прошлое. Тут были большие колокола. Я хочу, чтобы сюда вернулись люди, чтобы они благодарили Бога за то, что тех, кто из них остался жить и жив. Я хочу, чтобы люди молились Богу, чтоб настал скорее мир. Акция, которая называется «Стіни культури»,
ми долучили кращих українських художників і митців, які сміливі, які готові їхати, які готові виконувати свою місію. Бо талант – це не тільки там благодать, це дуже велика відповідальність і це хрест, який потрібно нести. Давайте так. Так, почнемо з Дмитро. В нього вже майже домальована картина. Дмитро – це графітист. Він і каліграфіст, і він малює назви міст в патріотичних кольорах, з такими козаками, дуже життєрадісними, сильними. Це Сергій. Сергій дуже крутий дизайнер. І зараз вони виготовили марку, яка називається «Кремль – місто для куріння». Щоб там бавовна була. Він взагалі один з найкрутіших юристів в Україні. Так, Денис, що, багато залишилося? Ні, скільки? Все. А, хвилин 20? Бо можна вже йти 10. Їсти. Ну, от ми закінчимо. Закінчимо. Давайте тоді, може, так, приєднаємося. Чи вже... Ну, я маю на увазі допомогти, чи вже? Потім контур, все. Коли тут з'являються картини, які, особливо, коли вони символізують нове життя, що життя продовжується. І це буде, те, що буде тут, це буде краще, ніж це було до того, як це зруйнували. І саме мистецтво допомагає це зрозуміти і відчути. Лет купили квартиру, здесь жили, да. Жили как раз в этом подъезде, где произошло обрушение. Люди, конечно, не могли поверить, что это вот полномасштабная война. Ну, кто, знаете, пошустрее, у кого автомобиль, и кто поверил в это, вот, наверное, это правильно сделали. Сели в машины и уехали. Ну, а много, вот, думали, подвал это, значит, подвал это... Убежище, где можно сохранить жизнь. Чуть прекращались обстрелы. Выходили, может, там кому-то чай, кому-то в квартиру. Когда 9-го, после праздника, да, женского, 9-го утром очень интенсивные были бомбежки, очень. Ну, сложился карточный домик, он потихоньку так хлоп, и все ушло в подвал. Ну, а там люди, ну, можете представить себе. Все наши соседи, они были вот под этими подъездами, которые обвалились. Уже слез нету. Иногда только. Безысходное положение, что вот была квартира, шикарная квартира, были соседи, деток много, уже внуков. И остались без квартиры, остались без друзей, без соседей. Очень тяжело было, когда тела извлекали. Прошел месяц, а извлекали больше месяца. 47 человек или 48, кто его знает. Нижний город сильно обстреливали, бомбили. Видно, они не посчитали нужным предупредить хотя бы, чтобы люди... Что это уже война, что действительно уже война, чтобы люди водички взяли, может, хлебушка, может, какие-то там одежку потеплее, что это не на один день, не на два. Никто ничего, мы просто были в неведении. Люда! Люда! Идет. Еще раз здрасте. Люд, ну последний раз уже, и меня еле уговорили. Нам уже... Да, уже нас... Заходите. Вот правда, она такая чистюлечка. У нее все-все георгины любят. Георгины, георгины везде. Ну, сейчас уже и перчик посадила, потому что в этом году надо было выживать как-то. И помидорчик. А так все георгины. Это такие были георгины всегда у нее. Очень такие интересные сорта, очень красивые. Ну, любит она это дело. У меня одна комнатка осталась. Вот даже у меня банки были подставлены. Под каждую каплю банка.
Представляете, одной ночью с такой крышей, потолком. Да, веревочка. Ну что, здесь у меня еще, ну вот лед. Здесь она, в принципе, она теплая. Потому что теплая, хотя... покуда еще минуса нет, да, а скоро минус будет он, сильно. Он защищает, все равно. Она вот всегда была. Вот, и, вот там баночки у меня подставлены, вот это. Все равно течет в некоторых да, местах. Вот, ну что, рушится, месте. Дом, да, рушится. В одном месте. Конечно, очень аварийный. И все-таки вот сюда вот был удар, потом пролетел прямой. Через две... Прямой. Пролетел через две комнаты, и вы еще на улицу, и там еще фундамент в дырках тоже. А она была, у нее там люди какие-то были, да, знакомые. Они были как раз вот погреб такой вот. Были в погребе. И вот остались живы, вот погребочек. Да. Дай Бог нам выжить. Я себя так уговариваю. Да, дай Бог выжить. Я то лежу, плачу ночью. Такой пережили, такой страх. Да, так. Говорю, ты больше пережила. Поплачем, поплачем, и опять. Да. Еще делать. И еще и жить хочется. Ну, тяжело очень. Видишь, Кади. Да, ты... Зима самая страшная. Самое страшное, да, как перезимовать. Зима. Если бы лето, так летом мы держались еще. На раскладушке бы спали на улице, да? Они жили в этом, вот в этом подъезде. Кирпичи уже убрали в основном. И останется, не знаю, памяти. Хорошие времена. Которых уже не будет. Цвет продвижного. Это война. Здесь нет полутонов. Ты или против, или за. Даже невысказанная позиция является позицией. Каждое наше действие или бездействие приводит к результату, хотим мы этого или не хотим. И популярность — это ответственность. Гражданин — это не цвет паспорта, по которому ты летаешь. Гражданин — это поступки, сделанные для твоей страны, для той страны, которую ты для себя выбрал. Це не нам пам'ятник, це що можна улыбатися. Давай, спасибо. Удачі, друже. Бережи себе. На той момент я не бачив іншого вибору. Я просто зрозумів, що на мою країну напали, що це тотальна несправедливість. І в мене була така злість всередині. У той момент я зрозумів, що... Я не бачу іншого виходу. Я маю йти, брати в руку зброю, обороняти мою країну. Я розумію, що зараз кожен на рахунку, кожен мужчина, кожен чоловік в країні. І чим більше нас почне це робити, тим більше ймовірності, що вони не пройдуть. Хлопці. Наші хлопці.